Наверное, хотите потрогать? Да, конечно. Ага. Филипп, не успели вам там сказать, находим. Классные штаны. Это старина Байван. Хочется узнать мнение победителя. Кто вас, у каждого уже свой человек года, кто вас восхитил в этом году? Хабиб. Ниже микрофон, ребят, давайте пониже. Хабиб и Медведев, вот этот теннисист мальчик, который просто потрясающий какой-то НЛО. Вот. Как вам кажется, часто ли бывает такое, что настоящий герой остается незамеченным? Ну, бывает, конечно, но все равно он награду находит рано или поздно своего героя. Я потом понял. Ну, для меня уже за 30 лет это, можно сказать, привычное дело, но все равно чертовски приятно. А, кстати, какая это статуэтка уже GQ? Не считал. Вообще плохая примета. Когда посчитаешь какие-то награды, статуэтки, и обязательно все это закончится. Поэтому я не считал ни количество своих спетых песен, ни количество концертов, которые я дал, ни количество статуэток, сколько у меня есть. Я думаю, что когда-нибудь придет тот день, когда я возьму все и посчитаю. Я публикую эти данные. Но пока не хочется, так скажем. Я человек не то, что суеверный, но...